Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, давненько не было видео, я что-то устал и решил немного отдохнуть. Короче, сегодня мы посмотрим на игру «Как достать соседа Микс». Это модификация на игру «Как достать соседа» 2003 года, и, как по мне, это самая лучшая модификация, по крайней мере, на данный момент по «Как достать соседу». Правда, она содержит всего 4 уровня, она недоработанная, и... Насколько я помню, заброшенные. Короче, я вот вчера выдали мне аттестат в школе 9 класс и закончил. И, ну, тройка, конечно, больше всего там. Короче, о чем я вообще говорю-то? Как достать соседа Микс? Это модификация, которую сделал Monkey еще довольно давно. Вот так выглядит его лого. Версия 0.3 это последняя на данный момент версия, возможно, самая последняя и будет. Вот такой вот логотипчик красивый, еще и сияет вот так, правда, мерцание немного лишнего здесь. Ну, в принципе, тут можно понять, по-другому нельзя сделать было. Так, давайте-ка сбросим все вот эти вот. Здесь 4 уровня, есть трилогия дом, трилогия в гостях, трилогия день рождения. Этого всего нет и, возможно, не будет. Кто его знает. Июль, жара. Жара невыносимая. Даже сосед разделся до нижнего белья. Пытается уснуть на шезлонге и время от времени идет покурить в ванную, ожидая, когда же его кола согреется. Дом соседа очень мал в этот раз. Да, он очень мал. Соседа можно глушить пакостью. Я в курсе. Короче. Кнопочки тут не дорисованы немного. Фон с текстом чуть-чуть сливается. Но, в принципе, можно понять. Тут еще много чего дорабатывать надо. Но все равно это самая лучшая модификация, все равно, потому что сейчас вы увидите. Если, кстати, вы, дорогие зрители, какие-то модификации свои делаете, то обязательно скидывайте мне ВКонтакте, я пройду их, может быть. Обязательно скидывайте, если этим делом займетесь. Поехали. Первый уровень. Короче. Ой, сосед идет сюда. Давайте спрячемся в ванну. Спрятались и закрылись там. Вообще, круто. Не было же такого, когда соседа. И Social Media Live Production не смогли такое сделать. Столько всего вот Monkey сумел сделать, чего не смогли сделать в Woody возвращается. Social Media Live Production. Так, кладем петарду, в общем, вот сюда. И снова прячемся здесь. Этот уровень очень простой, надо просто думать. Подумать немного. Все, сваливаем отсюда, он пока нас не видит. Так, роняем колу, она падает красиво. Так, и подпиливаем шезлонг. Сосед, короче, оглох от взрыва и, видимо, до сих пор не отошел. Давай быстрее, быстрее, быстрее! Есть! Отлично, отлично. Кстати, насчет Social Media Live Production. Вот эту модификацию они почему-то отказались публиковать в группе. Ну, я догадываюсь, почему они, наверное, боятся опозориться там или что. Не захотели, чтобы их модификации были хуже, чем какие-то другие. Блин, вот это прикольно сейчас было. Дом мал, зато какой двор хороший. Даже игровой автомат с игрушками есть. Блин, ну это же офигенно. И на соточку мы прошли прям вообще. Красавцы. И
Я эту модификацию проходил уже, поэтому я помню уже, что тут к чему. Могу что-то забыть, конечно, но надеюсь, не забуду. С вином. Сидушка припевает. Ротвейлер решает забыть все свои беды и открывает целую упаковку вина. На своем уютном балкончике он попивает винишко и закидывает каждую конфету себе в рот. Вуди это абсолютно не нравится. Ведь сосед уйдет в запой и пакостить этому... Сами знаете, кому будет невозможно. Этому надо помешать. А ну спасать шоу быстро, решает Вуди и незаметно уверенно пробивается в дом. Поехали. Иногда нужно будет пакости, бла-бла-бла-бла-бла. Так, сразу же проверяем комод, блин. Сосед вроде сюда не ходит, поэтому мы по-быстренькому сейчас бумагу здесь. Можно и тут шарики, наверное, нет, нельзя. Шарики здесь. И вот, лестница ведет вон туда. Даже анимацию, смотрите, проделали. Ну разве это не круто? Social Media Live Production так сделать не смогли. Это же офигенно. Это просто обалденно. Так, бежим. Пока он сюда не пришел обратно. Так. А, нет. Блин, зачем мне надо было туда сначала идти? Можно вот так за балкончик спрятаться и вот тут. Блин, Social Media Life Production такого тоже сделать не смогли, блин. Картина, на которой я не знаю, что изображено. Дуванчик какой-то непонятный. Да, вот таких анимаций тоже не было, чтобы он несколько конфет в рот запихивал. Манкей вообще молодец, отлично постарался. Жаль только, что забросил проект. Было бы вообще бы круто. Посмотреть, какая была бы полная версия. Да, тут, конечно, недоработки свои есть, но это терпимо. Надо, короче, в ведро торт туда положить. Он нам пригодится. Надо было сначала туда идти. Ну ладно, сейчас пойдем туда. Давай быстрее, сосед, иди. Все, торт забрали. Слабительного в это винишко, короче. Кухонка такая вот. У соседа дом меняется, вот здесь крыша немного не нарисована. Ну, и это все, как я уже сказал, терпимо. А. Бежим. Можно было в шкафу спрятаться, но пофигу. Прекрасно. А теперь идем. Ой. Сюда. Рисуем картину. Она еще так рисуется постепенно, прикольно. Ну и картину пачкаем вот этим говном. Точнее, не говном, а тортом вкусным. Каким. Раньше, точнее, вкусным был. Ой, все, вы поняли. Это я. Простите за мой французский. И вытирается также она постепенно. Прикольно. Okay.
Все, сразу же захотелось срать. Ну, вот, собственно, и всё. С этим уровнем тоже разобрались, правда, прошли его на 83% всего. Ну и ладно, главное, что прошли. Почему-то меняется все время вот этот фон все время, когда не это... Немного странно как-то, короче. Короче, гвоздь и молот. У соседа бомбит. Увидев на Тумблур у себя в новом шоу, он начал строчить гневные комментарии на видео Вуди, подхихикивая. Между делом он пытается спрятать огромную дыру на кухне картины. Но, как мы знаем, у соседа IQ выше среднего, поэтому он пытается взять гвоздь прямо в кирпичную стену. Какая глупость. Вот бедолага Вуди. Решает ему, по-моему, по-соседски, блин, нафиг помочь. С помощью пакости можно заманить его туда, куда нам, блин, нафиг надо. Или туда, куда не надо. Можно. Так, я здесь... Так... Стоп, а новых анимаций не будет случайно? Нет, не будет. Я, блин, вот как я должен был знать, что он вниз пойдет. Я это не помню уже, блин, прохожу. Ну ладно, идем наверх тогда. Дырень. Так, что здесь? Клавиатура, мусорное ведро. Мусорное ведро, отлично. Медали. Что еще здесь есть? Бумага туалетная. Она, по-моему, не нужна, кстати, тут. А, нет, нужна. Я помню, в каком-то уровне есть туалетная бумага, которая не нужна. В следующем, видимо, уровне. Китайский гвоздь. Очень плохой гвоздь. Его можно легко разломать руками. Да, это действительно так. Гвозди. Интересно, сколько времени гвозди сломаются. Положить китайский гвоздь туда. Интересно, а каков шанс, что он возьмет именно китайский гвоздь? О, за компьютером сидит. И это он так типа хихикает. По-моему, это голос Вуди вообще-то. Так, яйцо, микроволновку. Ну и все, по-моему, мы все сделали. Нет, я забыл. Быстро. Я клей забыл взять, походу. Или я это не посмотрел. А, блин, палец отколотился. Ух, господи, микроволновка задержала его. Жесть какая. Портрет. Ну, здесь нет портрета. Надо было написать, посмотреть на стену. Ух, господи, я уже думал, мне конец. Но нет. Но это же не его смех, это не его голос же. Ну и ладно. Здесь еще недоработка одна, за стенкой туда пройти можно. Выглядит это несерьезно немного. Что поделать? Смеха больше, кстати, за кадром. Помыл руки. Тоже не было в оригинале.
На этот раз он обычный гвоздь взял. Отлично, отлично. Спасибо за бета 0.1. Спасибо за игру. Новая версия 0.2 выйдет в июле. А это вообще-то 0.3 уже. Еще одна недоработка, блин, нафиг. Короче. Ну и последний уровень, к сожалению, маленькая уборка. Проснувшись, сосед решил попылесосить около фотографии на полу одно пятнышко, которое вчера целый день мозолило глаза. Ну, чтобы подготовиться к этим трудоемкому делу для соседа, этому надо было написать, он запасается энергией, выпив кофе. Что же может помешать этому обычному дню? У Вуди есть ответ на этот вопрос. Конечно, есть. И у меня есть. Вот этот уровень я, кстати, долго не мог понять, что делать, потому что сосед сюда все время приходил, и я не знал, где спрятаться. Оказывается, я вот подобрал ключик, и я не забыл, что у меня ключик, и шкафчик у нас заперт же. И оказывается, этим ключом открываешь шкаф. Пока не посмотрел видео, нифига не понимал, что делать надо. Фух, тут тоже много пакостей новых всяких интересных. Почему дом соседа меняется все время? У него несколько домов, что ли? Балкон какой-то другой абсолютно. Или у него настолько огромный дом, в котором комнаты даже одинаковые. Так, бежим туда. Он пока он пылесосит 3 часа тут. Апельсины. Хотя это шарики мыльные на самом деле. Кладем туда, мыло бросаем на пол. Я, честно говоря, тоже не догадался. Не посмотрел, просто только после того, как посмотрел видео, что яйцо надо на пол бросить. Вот кофе почему-то исчез просто. Тоже недоработка. Увышная недоработка. Ну что поделать, ничего не поделать. Поскользнулся на яйце. Так. Открываем кран. Пылесос меняем. Так, заваривает он кофе там свой. Да. Ваксу на тряпку, которую, кстати, заметить сложно. Я тоже в видео пришлось смотреть. Так, бумага туалетная не нужна, по-моему, нигде. А чё, разве не вкусный кофе с апельсинами? Или это тухлые апельсины? Тут тоже кнопочка недорисована немного, но и пофиг. Да, бумага вроде не нужна нам. Или на кран надо было на ее применить. А может, не надо было? Нет, не надо, по-моему. Нет, не надо. Сейчас он хорошенько уборочку сделает. Не работает, что ли? Ну вот и только еще хуже, блин, сделал. 97%. Ну вот, собственно, и все. Мы прошли, блин, нафиг все уровни. И спасибо за игру. Новая версия 0.2 выйдет в июле. Да, я знаю, она вышла уже 0.3. Вы лучше бы сказали, когда выйдет 0.4. Серебро. Но зато золото сразу зачем-то вот сюда.
Ладно, мы прошли. Все, кроме вот этого вот. Вот это не очень. До конца прошли, ну и пофигу. Так-то мы, в принципе, все хорошо прошли. Ну, в общем, вот такие вот дела. Такая вот игрушка. И модификация реальная самая лучшая. Очень много всяких нововведений, новых крутых пакостей. Но она короткая, в ней всего 4 уровня. И сделать их было очень трудно, и, видимо, автор устал делать и забросил. Музыка, кстати, на фоне игры, вот эта вот, которая сейчас играет. Это, она взята из... Это одна из композиций игры, когда, кстати, студенты переполох в общаге. На уровнях там, на некоторых. В общем, вот такой вот мод был. Если у вас есть свои моды, вы там сделали или там посоветуете, скидывайте ВКонтакте, заходите в мою группу, можете найти там меня, найдете мою страничку и скидывайте, короче, в сообщение. Или в комментариях, или можете в комментариях скинуть под видео. Ну, в общем, а на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь с меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока.